Здоровенько. Ирина садится подчивать. Нагрела лапшу. Сейчас что-нибудь из холодильника еще стащу. Жрать так жрать. Жить так с королевой. Ой, мне надо еще придумать, девочки, что пожрать приготовить. О, наконец-то сегодня сделаю плов. Стоило только заглянуть в холодильник. Все, я сразу придумала. Шарики. Кто разрешил? Пизду был. Извиняюсь. Почему? Я грела, потому что в таком тазике большом. А деревья никто не довез нам никогда. Ну ладно. Сегодня я поспала. 5:00. Чтоб не ломило. А кстати, она не особо такая вкусная. Мне же нет. Помидорку кто-то что ли макал? Отдает помидоркой. Поеду сейчас на Валбери скоро. Я упала с синовала, тормозила, чем попала. А черепушку бросала, помыла и заново спать легла. Посушила, видать, плохо. Ну, ни хера. Хера ли нам выпендриваться. Чего уж заморачиваться. Улет. Утонуть в кастрюле можно в этой. А что вы молчите, что вам не видно? Я что, сожрала уже? Боюсь обосраться. Понос это тоже хорошо. Освобождение, очищение организма, кишку. Вкуснятина. Все. Теперь я только буду заказывать что-то. Устала, играю. Либо жарьте сами. А если морду сыплет от костра.
Вкуснятина, горячий чаёк. Мужикова я уже сегодня пила. Понятно? Всем хорошего дня, продуктивного. Пожрите побольше, посмотрите поменьше.